Лига первая, круг второй. Я приветствую всех поклонников спорта номер один. И мы с вами сегодня переносимся в Астрахань, где на центральном стадионе этого замечательного города Волгарь примет калининградскую Балтику. Включаются трибуны, и наш матч стартовал. Волгарь-Балтика, 18-й тур, Астрахань, стадион центральный. Очень дисциплинированно, очень аккуратно. Соброс еще один в штрафную. Удар в ближний угол. И счет открыт. Счет открыт. Гедеон Гузина. Девятый свой мяч в сезоне забивает. Мощный удар. Говорил я о том, что Волгарь сразу несколько неприятных серий прервал. Заброс хороший, выход 1 на 1, и нужно сравнить счет, 1 на 1 становится счет, Илья Стефанович. Счет сравнивает, лучший игрок октября, как я говорил. Ну и вместо фирменного кульбита бежит к центру поля Стефанович, показывая, что не до цирковых приемов. Белорусский защитник, пришел он в Волгарь с Чайки. Хороший момент может быть, но Латышонок его прочитал, не стал, правда, голкипер Балтики мяч фиксировать. Берет восьмой номер калининградской команды. Бросает сильно далеко. Хорошая скидка, удар по воротам, и 2-1 становится счет. И что, это Лазарев? Это Владислав Лазарев. Сам себе делает подарок ко дню рождения. Что там написано на футболке? Ну, не видно мне, к сожалению. Вряд ли он сам себя с днем рождения поздравляет. Но как бы то ни был, Владислав Лазарев очень похожий гол забивает второй тур подряд. В штуке Латышонка. Кашко добавит. Ведерников вколачивает мяч в соперника. В итоге рикошет на Гагричани. Гагричани против Гаврилович. Удар по воротам. Смирнов. Прекрасный сейв. Звучит свисток об окончании встречи. Юнус Кашко утверждает, что Балтика увозит 3 очка из Астрахани.